А, ты ровно сидишь, да? Да. Давай. На бабочке. А. Надо ведь всегда колени, Анна Николаевна сказала, когда сидите, туда вниз толкать. Вот я и села, мама. Всем привет! Всем привет! Вы на канале Милка Вэй. И сегодня мы покажем что? Фотоаппарат. Детский фотоаппарат. Сделаем такой мини-обзор. Ну что, милаш, вот такая вот у нас коробочка. Давай скорее открывай. На ней нарисовано что? Два фотоаппарата. Один в виде зайчика, да, с ушками, а другой как мишка. Да, давай открывай, смотри, что там. Милаш, рассказывай, что там в коробочке? Чехольчик. Для фотоаппарата. Сам фотоаппарат, да? Вот такой вот розовенький нам попался. Что там еще? Смотри. Зарядное устройство. Инструкция. Вот такая вот. И веревочка. Теперь начинаем собирать фотоаппарат. Итак, милаш, показывай фотоаппарат, рассказывай. Вот смотри, мы уже одели чехольчик, да, на него розовенький. У нас получился розовый мишка. Прицепили веревочку. Веревочка легко крепится. И что? Очень удобная веревочка, оказывается. Почему? Потому что можно нажать вот так вот кнопочку и легко снять фотоаппарат, да, не снимая его с шеи. Также легко можно ее надеть обратно. Давай теперь посмотрим по функциям и как же его заряжать. Вот, нажимаем верхнюю кнопочку и загорается вот такой вот экран у нас. Давай посмотрим, милаш, что там за функция. Он может туда, 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 туда. Вот есть кнопочки, которые управляются, да? Можно фотографировать с помощью этого фотоаппарата, снимать видео, просматривать, да, их. Также слушать музыку. Есть сколько? Две игры, по-моему, здесь. Здесь три игры. Да, видишь, три игры. И можно вставить также давайте флешку. Давайте посмотрим, что там. Теперь покажу, какие игры. Точно так же видео можно снимать, музыку слушать. Стоп, мам. Также в этот фотоаппарат вставляется флешка, чтобы была память, да? У фотоаппарата, и можно было фотографировать. И что еще? И в том же месте заряжать. Давай покажем, где это отверстие. Вот так вот открывается, да? Сбоку у нас. И здесь вот такая желтая полосочка. Написано USB. Можно заряжать здесь, да? И что еще? И вставить карточку памяти. Мама, что? Когда ты уже откроешь? Вот здесь можно вставлять зарядку, а здесь можно таскать флешку, чтобы музыка создавалась. Чтобы было больше фотографий сохранялось. А вот такое вот звучание музыки на самом фотоаппарате. Не похож. Пишу. Это ты. Милаш, давай теперь сделаем пару фоток, покажем, как на самом деле это все делается, да? А ну, давай я тебя попробую сфотографировать. Вот так вот на этом фотоаппарате можно ставить отчет времени, можно его убрать, ставится дата, ставится время и видна зарядка. Кто там зевает? Ты спать хочешь? Вот такой вот у нас честный обзор получился, да, детского фотоаппарата. Я думаю, что это отличная игрушка для детей. Нам понравилось. Милаш, на этом все? Да. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И оставайтесь с нами. Пока-пока.